Корюсы стараются. Где-то там. На дороге ничего не бросай. Ни одной веточки, Никита. Вернись назад, унеси. Абсолютно. Это все аукнется. Запнешься и голову расколотишь. Вот сейчас эту железную балку. Ее надо нам тащить. Вдвоем мы тут ее. Ну, двутавр, огромный двутавр. 20 сантиметров почти что. 18. Двутавр. Вот он идет какой. Выкопали его, и сейчас он, счастью, был в земле. Ну, сейчас переволакиваем дальше куда. Ребят звать братьев неохота. Вот видите, как всему научается Никита. Он знать не знал. А теперь, пожалуйста, вот траву выносит. И видите, каким? Вот уже она больше метра у него. Квадратная. А до этого ложил, как пирамида. Раз и все. Трава, крапива в одно место складывает. Ну, пожалуйста, это Алешин сарай. И вот он ее складывает, она тут будет лежать, гнить там, мульча называет, как угодно. Все здесь есть. Ну, с собой набрал все. Деревня, видишь, еще яблоки. Ну да, можем подкрепиться. Поешь маленько. Мы уже много сделали. Вытащили трубу. Вот она, труба лежит. Вот она какая. Ну сколько она, метров? 6, не меньше. Видите, как все интересно. Вот подошли тут, рядом курочки, солнышко светит. Это черемуха. Черемуха огромная. Стволы. Их поломала и положила. И мы вчера их уже сбили здесь. Сами раз отпилили их. И вот они лежат. Я сейчас покажу. Вот они. Ну, сантиметров, наверное, по 10. Вот она где. Видите, какая огромная черемуха. Это сантиметров 20, почти 18 в диаметре только. Ветки лишние. Все это убирать надо. Хозяйство тут. Дальше пробираться. Медленно, медленно, но мы пробираемся вперед. Ограда вся пошатнувшаяся, упавшая. Все это восстанавливать. Восстанавливать будет. Не без помощи братьев. Видите, как у Никиты дело идет. Второй год. И уже по-разному. В прошлом году его жалели, а другие говорили, держись за дядю Игнатия, ты многому научишься. Ну, вот так и получилось. Нынче воспитатель ему уже поставил. Вчера лепешки стряпает, хлеб сам. Все. А то в семинарию там Дудин. Дурью мается. Человек, говорится, без помощи жены шнурки себе не завяжет. В попы. Как никакой специальности нету, дармоедство. В попы. Туда должны быть люди отменные, честные, трудяги, как наш батюшка. Он все время в труде. До 9 утра уже дважды пропотел. Ну, подожди, Никита стоит, и тут же курочки. Деревня. Хорошо быть в деревне. Вчера показали мы, что там внутри есть. Теперь уже видно, как этот дом выглядит с этой стороны красиво у Никиты. Смотри, какой дом. Два этажа. Подвал мощнейший, около 2 метров высоты там, и все плиты, плиты, заводские плиты. Это какие деньги стоило. А перед окном, вот мы пообработали их, стоят березки, русская березка. Ну, это сантиметров 30 в диаметре, там еще 2 небольшие. Все прибрали, вот они какие, готовые вошел, без копейки. А как Бог? И он это научится понимать. Бог. Незримая награда тем, кто помогал. Вот мне Господь позволил сказать Богу, Господи, ты не ошибся, как будто Бог ошибается. Ну, Бог, говорит, раскаялся там, что сотворил человека, проще. Ну, что ты мне доверил вот обращаться с нищими, сирыми, иметь чем накормить. Моего ничего нету. Ко мне не прилипла ни одна копейка. Не проел, не пропил, не проблудил, не проездил. Нигде. Я вот показывал одежду, заплата на заплате. Это 30 лет я уже, наверное, ничего не меняю. Совершенно не меняю. Ну, дадут там рубашки, ребятам отдал. И все. Совершенно нет ничего. И мне нужды никакой нету. Мне даже неудобно надевать хорошее. Все. В деревне всегда находится работа. Вот сейчас заваливаем яму.
Ну, 5. Я гляжу, она 5 на 4 метра. Это уже 20. И на 2 умножь. Метра 40 кубометров. Вообще, это Павел все выкидал руками один, а мы вниз сталкиваем. Видите, как вот, сколько курочки уже все. Вначале пришли тут 5 курочек было. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А сейчас 11, 12, 16, 15, 16, 17. Сейчас уже 17 пришли, червяки. Ну и один у них. Гаремный Паша. И он управляется. Только крикнет, все прижались. А сейчас с одной бабенкой не может мужик поправиться. Она гордыбачит. Она не знает, что такое послушание. Ну, там Никита уже на новой работе убирает крапиву и все остальное. Там вход в пасеку. Там двери приоткрыты. Теперь ничего там нету. Вот может заниматься пчелами. Тут много стаек. Подправить, и можно держать скотину, и лошадей, и коров, и овечек. Все здесь готово. Вошел в готовое. В чем не трудились, как Господь сказал. Вошли в чужой труд. Вот они. И каждая курочка гребет. Говорит, все гребут к себе, только курица от себя. Но она от себя гребет только мусор. Даже пословица-то не вся. Это видят только внешне. Вот так. Вот эта работа. Чем он там на Украине занимался? Непонятно. А так, вот он в пределе. Его многие теперь знают в интернете. Молятся за него. У него явные изменения к лучшему. Иногда так появляется что-то, ну, объясняешь, вот это адлеровская порода. Очень красивый петух. Тоже что-то полинял сзади. Какая у него борода хорошая. Жабо какое. Пестрое на шее, которое уходит. Знаете, как здесь у нас рядом трансформаторная будка. Вот она стоит. 10 тысяч вольт поступает со стороны Корчина, не знаю откуда. Вот приезжали, установили бетонные столбы, бетонные полностью, и кабель. Теперь так просто, кто ворует, не своруешь, надо вызывать, опять большие деньги платить, там откуда с Романова приедут, заранее все покупать, что там требуется установить. Может, по-другому и нельзя. Вот он дверь эту колышет, которая входила на пасеку. Пасека называется. Ну, забор повалился и закрыл ход. Еще раз покажу, сколько куриц в яме в этой. В городе ничего нету. Наш отец в деревне прожил, поехал к старшему сыну в Москве, Самуил, брат мой, на 5 лет старше меня. Приехал оттуда, побыл там, да плюнул и говорит, сидел бы я там, глаза пучил. Я выйду, петушок поет, овечкам дал, от коровы навоз вывез. Сено подал одной рукой, рука культяпка была выше локтя, на фронте потерял все. Вот Михаил тут находит материал. Неизвестно, что построено было, разбирает доски. Там у Володи закончить туалет. Вот забор весь тут рухнул. Ну, думаем, как это сделать. Ну, забор почти двухметровый. Мы считаем, он не нужен. Достаточно метровый. Поэтому. Вот Никита заваливает яму, все вынесли, бузину спилили, черемуху убрали. Вот большая черемуха остается еще. Вот так. Кидает. А там курица, прям на курица. И они не боятся ничего. Видишь?
На ноги только им это лопатой не порежь. Так ты глубже копай лопатой-то. А что-то по поверхности. А, копать именно? Конечно, копать. Копать. Ну и копать-то не так, а это которая уже взрыхленная. Если не берется, то и не надо. Курица до того смелая. На яму много надо еще земли. Еще половину не засыпали. А Павел один копал. Вот так.